Уважаемые пограничники, ведем свой репортаж с Талгатом Камаловым, который огромный вклад сделал в строительство нашего монумента. Человек с первого дня принимал активное участие. Талгат является военнослужащим Среднеазиатского военного округа. Огромный вклад вложил, то есть я благодарю лично, вот сегодня специальный репортаж даже ведем. Сегодня крайняя у нас установка якоря. Талгат нашел в себе силы и приехал сегодня активно помогает. То есть благодарим вот от лица нашей группы пограничников Татарстана, нашего товарища Талгата Камалова и всех остальных ребят. Мы это, конечно, обязательно все еще повторим. Талгат прекрасные стихи написал, которые мы обязательно прочитаем на открытие нашего монумента 4 числа. Всем привет, всем добра!